женственность всегда она привлекательна тем, что она очаровывает, она неповторима. В этом зале женственность на каждом полотне. 10 харьковских художников собрали экспозицию женских образов, чтобы показать многогранность представительниц прекрасного пола. К примеру, вот эта девушка с часами олицетворяет время. Каждая из этих женщин, наверное, несет вот эти какие-то человеческие и милосердие, и добро, и терпение. Это такие качества, которыми должна обладать женщина. Но ни в коем случае я не хочу говорить о бизнес-вумен. У меня на картинах их таких нет. У работ осеннее настроение. Организаторы выставки объясняют, хотели показать золотую пору года через разное проявление в образах женщин. Когда мы вот вспоминаем вот осень, да, сразу представляется какая-то красавица в листьях, да, с венком на голове. И мы хотели увидеть, как видят это все-таки люди творческие. Все-таки они более чувствительны, чем мы. И уже мы можем ощущать свои какие-то эмоции через их картины. Посетители говорят, в женщине есть все поры года, но осенняя, самая яркая – это женщина-роскошь. Такой посвящают стихи. Стихотворение «Сентябрь», где легко угадываются женские черты, где я написала о женщине, которая идет по нивам, по холмам, и Александрит, агат опал, в шкатулку спрятав от ненасти, повесив яшмой коралл на декольте и на запястье. Женщина, рассказывают художники, всегда непредсказуема, а ее образ неизменно остается желанным для кисти творца и притягивает зрителей. Женщина – это, ну, для мужчины, это, скажем так, своего рода двигатель какого-то прогресса, может, или, то есть, либо еще чего-нибудь. Анна Бровко, Виктория Таряник, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».